А Государственная дума тем временем в соцсетях запустила опрос. Нужно ли вернуть в России смертную казнь для убийств детей и педофилов? Так в Москве отреагировали на другое громкое убийство, которое произошло в Саратове. Там 4000 человек вышли на улицы и требовали устроить самосуд над подозреваемым в убийстве 9-летней девочки Лизы Киселевой. По версии следствия, мужчина незаконно завладел чужим гаражом. А Лиза, проходя мимо, спросила, кому он принадлежит. Подозреваемый испугался разоблачения и убил ребенка. Полицейские быстро нашли его и доставили к отделению полиции, но вот завести туда не смогли. Провести мужчину в здание смогли только сотрудники ОМОНа. По информации саратовских СМИ, он признался и ждет суда. Это дело вызвало широкий резонанс, а Госдума в соцсетях спросила, стоит ли возвращать смертную казнь для детоубийц. За трое суток проголосовали больше 140 тысяч россиян. Почти 80% поддерживают такое наказание. Напомню, мораторий на смертную казнь в России ввели в апреле 1997 года.